3 июля 2019 года. Потеряевка. Шлюзы. Водоем искусственный. Заливные ложки. Игнат Тихонович и Володя второй раз ведут бредень. Сейчас покажу. Вот. Вот. Это Игнат Тихонович. Вот он идет. По пояс. Первый раз заходили. Володя по горлышко был. Это вот Тарасий Загуляев. Отбивает рыбу от берега. Вне вот. Вот. В бредень. А вот Владимир Плащенко Александрович. Вот он тоже по пояс почти. Это Нестор Дробот. Загоняет рыбу. А теперь общий. Еще Нестор. Еще Владимир. Вот он. Еще Игнатий Тихонович. Вот. Вот он. Вот. Трудится идет. Вот так вот работали апостолы, трудились, рыбу загоняли. Сегодня первый закид. Завод был отличный. 2 ведра 10-литровых отвезли маленьких карасей в Рыжковский пруд. Вот, и сейчас второй заход. Еще 2 ведра мелочи. Оказалось, гальянчиков, мелких карасиков. Немного крупных было. Вот так. Трудятся братья на этой позе. Рыболовные. Так, Игнат Тихонович подает команды. Они все существенные. Вот Володя что-то делает. Палка, он достает, потому что непонятно, почему он не достает. Иначе она нитка-то не подрезает лишнее. А там, в этом бредне, вот, в середине мотня такая есть. И там рыба останавливается. Не идет дальше, боится. Вот там совсем мелко. Нестор, поближе подойди к дяде Володе, поближе. Вот давай, бей, 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 вот так, да. Пойдет. Сейчас будет узкое место. Ну, скоро будет всех видать. И чая маленькая, мелкие уходят, рыбки более-менее крупненькие остаются, потом из них делается очень вкусная запеканка, рыбная такая печеная рыбка, почти ничего не чистится, кишочки все тоже высушиваются, и своеобразный такой
вкус сладко-горьковатый. В том году пробовали, делали несколько против меня, они угощали всех. В этом году просто невероятное количество. Супер. Вот что значит заливной сделали этот ложочек. Не такой, можно сказать, большой, может быть, полкилометра нету. Ну вот, уже витаминами рыбными можно питаться. Тяжело тащить, конечно. Что там говорить? Так, все, выскакиваем. Все, братья сделали свое дело, молодцы. И побежали вот они. Вот они, стремглав. Вот они, стремглав. Подождите, не бейте там, подождите, мы подходить будем. Вот. Вот они, вот. Ты ближе к берегу. Они, братья. Братья тянут мне вот. Уже совсем близко. Володя тяжело тянуть. Все, давайте. Пошли. Все, начинают молотить. Там не видно их. Потихоньку. По всей захватывайте. Во, у них красиво получается. Дальше на том месте стойте, все, стойте на месте, бейте. Ну бейте, бейте! Да на месте стойте! Вот молодежь, что значит. Иди, Володя, до них заходи и заворачивай. Еще ищур активные. Тут раз я делал перерыв, сейчас вот снимает. Место хотел поближе показать, как выходит с рыбой. Не получил нарекания, что неправильно. Все до конца, вот Игнатьевич уже на берегу, ему там хорошо выходить. Ноги там тяжко. Вот сейчас у него самое сложное дело завернуть. Потому что вот сейчас все зависит. Уйдет рыба массовая или прям останется опять. А там уже может быть солидно. Помочь дяде Володе, быстро! Вытаскивайте его! Тащите палку вместе с ним. Тащите, тащите. Палку тащите. Вот. Послабже, да? Маленько еду. Мы проверку решили сделать. Так, вытряхаем сюда. На пол. А мы пробовать будем сеть. О, давай отсюда забирать. Володя. О, давай. Сейчас больше карасей, да? Да. Чем гальянов показал. Я так и говорил. Так, что, сюда карасика, да? Да, сюда красный. Теперь вместе карасей, все, можно ложить. А, все вместе? Ну, давай. Ну, можно отдельно карасей, давайте отдельно. Отдельно карасей. Давай ведро для этой. Другое оцинкованное, пересечь. Да. Большое. Вот. Для гальяна. Так, не бросать, аккуратно. Сейчас я водички щерпну. А для чего? Пока не знаю. Для гальяна. О, это бугурок. Ага. Давайте пока гальянов соберем. Бедные гальяны. Гальяна, соберем. Мы скорее сейчас эти сидят. Мы хотели брюки одеть. Да, сейчас. Пока кусает маленько. Собрать только чуть-чуть успеть. Карасиков туда. А ты накладывай туда. Обжиняем, перебирай. Быстрее клади. Все подряд. Только карасиков сюда. Всех подряд.
Мы это, может быть, еще выпустим. Тогда надо быстро ехать. Задыхаются. Быстро ехать надо. Задыхаются. Поедем. А сеть вымыть? Это время, тогда надо воды налить. Надо было в большое ведро карасей, чтобы вода там была. Может, Игорь предлагает в большое ведро надо было карасей-то. Почему? Вода, чтобы была там. Ну, все, уже не надо, уже все. Побольше воды было. Ну, больше воды. Не думали, думали, что будет быстро. А ее мало сегодня. Смотри. Все. Карасей. Володя, ты закрываешь обзор. Ты вот с той стороны, со стороны Тарасия бы сел. Все, сейчас обзывайте. Кстати, караси. Ну да, больше кинул, больше не трогать. Вот туда все теперь. А, ну все. Опоздали карасики. Нормально вода тут. А, ну сейчас-то да, сейчас совсем не то, что было. Нам сейчас вывалить надо, промыть и надеть тогда уже самый. Это гальян. Ничего себе. Это гальяна, мне кажется. Да, короче, чешуйка больше. Не сами больше. Ну что, глина, тину старайтесь не трогать. Но надо полагать, все равно не все выловили, правильно? Да. Это нам повезло. Ну как говорили, так и есть. Мы распугали. Гальян ушел, а больший карась по размеру как бы да, поднялся. Да, именно так. Я про это говорил. Больший карась по размеру. Все, собирайте. Собиралось вот отсюда. Очень много. Да, давай отмоем дома. Сейчас ему быстро надо промыть с Володей, чтобы переодеться. Так, отвезешь это ведро еще? Пока вы будете вымывать? Да, мы вымывать, все, и мы все вымоем, все, за нами заедешь тогда. Прямо тут, только быстро нигде не задерживаться. Все на этом. А мы нигде не задерживаемся. Возьми одного из них. А, да, сейчас одного можно. Все. Все, заканчивается. Все, съемка заканчивается, да? Все. Все. Съемку заканчивай. Все, я перерываю съемку. С Богом. Давай. Еще одна порция карасиков. Вот они плавают. Совсем по-другому тут уже лучше они себя чувствуют. Ну сколько здесь меньше? Раз, наверное, в 6, да, меньше, чем мы туда забросили. Сейчас пойдем их запускать с Тарасия. Дали нам такое важнейшее задание. Машина закипела, сейчас остановится это кипение, чтобы можно было отключить, то антифриз повылетает. И мы быстренько-быстренько бежим тут недалеко, 20 метров. Вот. Красиво. Коленки Тарасия торчат. Вот так вот достается рыбка. Ну давай, 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 Машенька, давай. Остывай. Ну, никак уже. Все, остыло. Так, выходим. Сбоем кепку. Так, давай, Тарасия, вперед. Иди, я за тобой. Так, фиксируем, как будет выпущен Орешковский пруд. Карасики. Ох ты! Давай, 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 поднимайся. Вот так. Так. Подержать тебя или нет? О, все, ни одного нету. Все уплыли. Один есть, но он отойдет, он не кверху пузом, он еще один. Так, прямо опускай ведро, вниз опускай, вот так, да. Вот так, да, вот так. И ни одного нету, все там. Все, все ушли. Все ушли. Ну-ка вот это, ведерком толкани вот этого. Ведерком его толкани. Угу. Ну-ка. Мне кажется, дышит, не дышит он. Нет, он не дышит, он даже рот не открыт. А что забрать? Ну и вон еще, он там несколько штук. Ну-ка это, по порядке ударь ведром. А, вон еще есть. Толкни-ка там, посмотри, что там у нас. О, да тут немало.
Ну, да, это разве много, толкни еще. А, и веду это, прям ведром туда вот так плесни. Ага, прыскай. Раз, два, три. Еще плескани, чтобы вон та ряска сбилась вся. Прям в ряску. Попади. Да, да, вот это. Ну, конечно, там же основная рыба. Во, вот так, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. А вон еще там он есть. 15, 16. Кто-то уже кверху брюшком есть. Всплыли. Ну, 15. Вот она еще рядышком. 15 из вон такой. Верхом плавает? Ну, маленький. А. Ну вот, ну может кто-то и погиб, да. Ну, еще непонятно, отойдут они, нет. 15 штук из порядка 300, наверное, может 400 рыбок. Это даже не 10%, как Сталин говорил. Что это? Это если у нас тысячи, тогда это статистика. А несколько человек, карасей, это так. Ну все, брат, с Богом. Спаси Христос.